сапиенс, или человек разумный, от природы получил достаточно. Практически совершенный набор внутренних органов и, конечно, разум. Именно разум, а не мозг, потому что последний есть у многих представителей животного мира. В общем, как говорится, грех жаловаться. Хотя, если покопаться, то причины для недовольства найдутся. Например, у акулы зубы меняются всю жизнь, причем при необходимости раз в 2-3 недели. У тех же динозавров на месте выпавшего зуба сразу вырастал новый. Здравствуйте, в эфире «Диалог о здоровье», и, как вы понимаете, речь сегодня пойдет о стоматологии, в частности, о детской стоматологии. Хотя разговаривать мы будем сегодня не только об этом. Простые вопросы о здоровье. Я хотела бы узнать ответ, спасибо. И ответы на них. Вопросы задают разные. Зачем лечить молочные зубы и чем опасны антибиотики? Плохо всасываются микроэлементы, которые позволяют зубу быть более прочным. Известный советский поэт Владимир Маяковский на заре своего творчества говорил: «Нет на свете прекраснее одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». И был, конечно же, прав. Но человек так устроен, что с течением лет оптимизма становится меньше, а вот вопросов о здоровье преимущественно своем больше. Что в рамках этой темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Скажите, пожалуйста, какую кашу нужно кушать по утрам? Если овсянка, ее можно каждый день кушать или нужно менять каши? То есть какую-нибудь перловую, там, гречневую кушать? Вот такой вопрос интересует. Наносит ли вред зубной эмали установка декоративных элементов на зуб в виде страза? Вопрос следующего содержания. У отца суставы на ногах, он отработал в геофизике долгое время. Ну, из-за того, что ходил, как бы, это болото, поля и все остальное, суставы сносились. На сегодняшний день, куда он не обращался, как бы чему там не мазался, ситуация никак не улучшается. А что посоветовали наши врачи? А вот мобильный телефон, он вреден только, когда ты по нем разговариваешь, либо же вообще, когда ты его с собой носишь? Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти непростые вопросы, я хочу вам представить гостью нашей сегодняшней программы. Елена Сарелла, детский стоматолог, заведующий лечебно-профилактическим отделением филиала номер 2 Гомельской городской центральной стоматологической поликлиники. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы работаете в стоматологической поликлинике с самыми маленькими пациентами. А скажите, пожалуйста, с какого возраста можно и нужно показывать ребенка стоматологу? Ну, я бы советовала показывать ребенка как можно раньше стоматологу. Желательно даже на первых месяцах жизни. Для чего? Иногда бывают проблемы после рождения у ребенка короткого уздечка языка, он плохо берет грудь, и у мамы возникают вопросы, почему вот так вот плохо ребеночек кормится, и что можно с этим сделать. И наши доктора, хирурги, стоматологи просто консультируют маму и скажут, нужно ли подрезать уздечку языка или же стоит подождать. Но и с другой стороны, врач-стоматолог-терапевт обязательно расскажет маме, как нужно ухаживать за полостью рта маленького ребенка. Прежде чем продолжить программу, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет в тему нашего разговора. У обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды. Вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 взрослых. Или, как говорят врачи, истинных зуба. Разница в 12 зубов складывается из того, что у малышей отсутствуют большие коренные и так называемые зубы мудрости. Первые молочные зубки у детей начинают появляться к 3-4 месяцу жизни. Кстати, само название «молочные зубы» пошло еще со времен Гиппократа, который был искренне убежден, что в основе их появления и роста материнское молоко. Годы у малыша должны появиться латеральные резцы и первые коренные зубы. А у ребенка 3 лет должен быть полный комплект, то есть все 20. Очень важно сохранить первые зубы здоровыми. Мнение, что через несколько лет их все равно сменят новые, постоянные, и можно не беречь первые, многострадальные, ошибочно. Молочные зубы участвуют в развитии речи, помогают правильному пищеварению и даже формированию желудочно-кишечного тракта. –
Елена, из сюжета понятно, что молочные зубы, несмотря на то, что это как бы временный комплект, требуют постоянного ухода с самого момента их прорезывания. Не менее важна и гигиена полости рта. Давайте об этом немного расскажем. Вы знаете, это очень важный аспект вообще в гигиеническом уходе за ребенком. Дело в том, что если мы не будем ухаживать за молочными зубами, то и в процессе жизни человек не будет ухаживать за своими постоянными зубами. А так как молочные зубы очень слабенькие, слабо минерализованная эмаль, возникают патологические процессы, которые могут потом привести к очень плачевной ситуации. Поэтому я не просто говорю, я призываю родителей с самого раннего возраста ухаживать за полостью рта. В основном это должны делать мамы. И начинается это не только с первого прорезавшегося зуба, а с самого рождения ребенка. Вначале ухаживаем за полостью рта, а затем уже и за зубами. И обязательно нужно использовать для этого специальные средства, которые сейчас в наших аптеках при великом множестве. Для начала можно было бы посоветовать мамам обрабатывать дважды в день полость рта просто влажной тряпочкой, а затем, как только прорезаются первые молочные зубки, нужно обязательно протирать их точно так же влажной тряпочкой, а затем уже присоединять щетку на пальчечник. Как только появится больше зубов у ребенка и появляются первые жевательные зубки, обязательно использовать детскую щеточку. Часто бывает такая ситуация, когда сердобольные мамы, папы, дедушки, бабушки считают так. Вот упала соска на пол, да, она грязная, подняли, взрослые ее облизали, и она вроде как чистая. Правильно ли это? Вы знаете, это бич, скажем так, для родителей, потому что мы никогда не осознаем, что мы делаем плохо ребенку. Мы всегда думаем, что мы все, что мы делаем во благо. Но ни один родитель вам не скажет, что у него стерильная полость рта. Вообще полость рта – это самая грязная полость организма человека. И вот мама, облизав пустышку, добавляет в полость рта ребенка ненужные ему там микроорганизмы. И если до этого у него не было предпосылок к тому, что разовьется кариес, то добавив свои микробы, мамочка обеспечивает ребенку разрушенные зубы в будущем. Елена, но если уже зашла речь о гигиене полости рта, то, конечно, скажите, с какого возраста нужно чистить зубы, какая должна быть щетка и какая должна быть паста? Как я уже говорила, зубы нужно чистить, как только прорезается первый молочный зуб. Это вначале идет протирание просто зуба. Затем используются всевозможные щеточки, начиная с щетки на пальчика, первой щетки прорезывателя и затем уже первой детской щетки с мягкими щетинами. Но до 3 лет желательно ребенку чистить зубы просто щеточкой и водичкой. Но если есть какая-то стоматологическая проблема, то тогда добавляются специальные пасты от 0 до 3 лет. Это гигиенические пасты, не содержащие фтор. Но уже если усугубилась эта проблема, у ребенка есть ранний детский кариес, то тогда добавляются детские пасты, содержащие фтор 500 ppm. Скажите, а используют ли у маленьких детей зубную нить? Вы знаете, что зубную нить начинают использовать уже у детей постарше, где-то 3-3,5 года 4. Для чего? У детская челюсть, она в процессе роста растет, зубки не увеличиваются, но появляются промежутки между зубами. И очень часто дети жалуются, что вот мама мяско забилась между зубами. Для того, чтобы не развилось воспалительного процесса именно в ткани окружающих зуб, нужно использовать зубную нить. Но это должны делать родители и делать очень аккуратно и осторожно. А вообще детей приучают самостоятельно пользоваться зубной нитью 6-7-8 лет. Молочные зубы подвержены инфекции так же, как и постоянные. Но вместе с тем стоит отметить, что инфекция в них развивается очень быстро, и буквально за 2-3 месяца кариес может разрушить зуб до корня. Скажите, пожалуйста, какие меры профилактики кариеса можно использовать? Ну, как я уже сказала, самая главная мера профилактики – это гигиенический уход за полостью рта. Это раз. Во-вторых, родители должны правильно подходить к рациональному питанию ребенка. Дело в том, что очень многие дети с рождения получают сладкие смеси, подслащенные напитки, которые тоже очень плохо влияют на ткани зуба, потому что микроорганизмы питаются этими сахарами. В силу своих особенностей многие дети не переносят молочных продуктов. Тогда нужно обязательно советоваться с педиатрами, чтобы вот кальций поступал в организм каким-то другим путем. Ну и обязательно дети должны получать жесткую пищу. Бабушки, дедушки, мамы, папы тоже очень часто, пользуясь современными гаджетами, делают, ну, скажем так, медвежью услугу для детей. Они перемалывают всю пищу, и не происходит самоочищение за счет жестких волокон.
Поэтому обязательно нужно, чтобы родители знали, что в рационе ребенка должны быть молочные продукты, кисломолочные продукты, жесткая пища. Давать перекусы не сладкие, а именно овощные. Морковочка, яблочко, какой-то кусочек сыра, орехи. Ну и обязательно родители должны понимать, что они должны сами контролировать чистку зубов детей до определенного возраста и своим примером показывать, как это надо делать и как регулярно. Ну и третья составляющая гигиены – это обязательный поход к стоматологу. Скажите, пожалуйста, ну а чем же опасно осложнение кариеса у ребенка? Дело в том, что воспалительные процессы у детей, вообще патологические процессы у детей происходят очень быстро, и они очень обширные. В силу того, что у детей еще не совершенны многие системы организма. И если зуб молочный имеет маленькую дырочку, это не значит, что он не болит, и ничего там не происходит. Потому что чаще всего процесс развивается вглубь и вширь. И зуб погибает буквально за 2 месяца. И когда происходит воспалительный процесс, то реагирует ребенок очень бурно. Многие родители знают, что сразу же припухает щечка, поднимается высокая температура. А это значит, что в полости рта гнойное воспаление, которое может по сообщающимся пространствам как подняться вверх к головному мозгу, так и опуститься вниз и получить осложнение в виде медиастинитов. Это значит воспалительный процесс вокруг сердца. И тогда уже стоит вопрос не о спасении зуба, а о спасении жизни ребенка. Если ребенок часто болеет, то ему назначают антибиотики. Скажите, пожалуйста, а как это может повлиять на стоматологию? Патологическое здоровье ребенка. Вы знаете, очень даже серьезная проблема вот антибактериальная терапия, потому что ребенок часто болеющий, получается у него белковая матрица формирующегося зуба, она несовершенна. Из-за того, что получает организм часто такие вот антибактериальные курсы, плохо всасываются микроэлементы, которые позволяют зубу быть более прочным, и появляются размягчения эмали. Это начальный кариес, который потом может усугубиться, и мы получим какой-то воспалительный процесс. Поэтому я бы советовала обязательно родителям, знающим, что у них, у ребенка есть какое-то хроническое заболевание, или же часто болеющим детям, обязательно обратиться к стоматологу за такой профилактической мерой, узнать, какие дополнительные меры можно им принять, чтобы ребенок остался все-таки со своими целыми зубами. Елена, но в шутку или всерьез говорят о том, что в очереди к стоматологу собрались самые вежливые люди, они готовы пропустить каждого вперед. Но это, конечно, касается взрослых. А как мне кажется, для того, чтобы лечить детей, нужны вообще какие-то невероятные усилия, потому что, чтобы заставить ребенка открыть рот, надо сделать что-то невероятное. Скажите, пожалуйста, есть ли у детских стоматологов какие-то особые психологические приемы? Ну, во-первых, я должна сказать, что детские стоматологи – это вообще особые люди. Случайных людей в детстве не бывает. И поэтому человек, который выбирает себе профессию детской стоматологии, он уже заранее понимает, на что он идет. Во-вторых, нужно любить детей, относиться к каждому ребенку как к индивидууму. Он самый особенный на данный момент, когда он пришел к вам. Ну и нужно обязательно, уже ориентируясь на ребенка, придумывать, в какой форме вы будете разговаривать с детьми. Потому что вообще осмотр и лечение ребенка проходит всегда с разговором. С ребенком нельзя молчать. Во-первых, дети, которые первый раз приходят на прием к стоматологу, и, скажем так, уже дети ближе к 3 годам, они всегда пугаются неизвестности. И вот нам как можно нужно снизить вот этот вот порог тревожности и расположить к себе. Поэтому мы рассказываем всевозможные сказки, рассказываем всевозможные истории, ориентируясь на какой-то любимый мультик, может быть, на какую-то вот такую услышанную им фразу где-то в рекламе. И тогда мы начинаем объяснять ребеночку, что вот у нас есть такое замечательное креселко, в которое ты сядешь, посидишь. Да, у меня есть специальная палочка-считалочка, зеркальце, в которое я осматриваю зубки, считаю зубки, проверяю, застряла ли где-то там конфетка, или как посмотрим, как ты красиво, хорошо почистил зубочки. Если дети приходят на прием со своей игрушкой, мы обязательно показываем ребенку. Давай сначала посмотрим, как у твоего дружка, зайчика, зубки крепенькие или нет, ел он сегодня морковочку или нет. Давай теперь посмотрим, как у Машеньки, Петеньки, какие красивые зубки. А вот у меня есть еще пылесосик, ветерок. Для детей рассказываются всевозможные истории, только чтобы, как говорится, уболтать. Для того, чтобы можно было потом провести какие-то манипуляции. То есть по-настоящему детям заговариваете зубы? Да, мы не то что заговариваем зубы, мы их заговариваем в плане того, мы их отвлекаем от их тревожных мыслей. И пока ребенок отвлекся,
мы стараемся выполнить какую-то манипуляцию, и желательно это сделать безболезненно. Ну, конечно. С другой стороны, вот часто родители, когда ведут ребенка к стоматологу, говорят: ой, там тебе ничего не сделают, только посмотрят. Правильно ли это? Вы знаете, что нет. Ребенка нужно настраивать на то, что врач-стоматолог посмотрит ему полость рта. Ну, расскажу так. Доктор тебе посмотрит зубки, посчитает их, проверит, все ли зубки здоровые. Если вдруг есть какая-то проблема, доктор тебе поможет. Я не врач, я не знаю, что он тебе будет делать, но доктор никогда тебе не сделает ничего плохого. Когда уже мы осматриваем полость рта ребенка и выявляем какой-то патологический процесс, мы обязательно рассказываем ребенку, что у тебя есть зубчики дырочка. Я сейчас ее потрогаю, постучу по зубчику. Ты мне, пожалуйста, скажи, беспокоит тебя что-то или нет. Затем обычно, конечно, чаще всего мы начинаем с такой нетравматической процедуры. У нас есть всевозможные инструменты, которыми мы пользуемся. И мы ребенку сначала показываем, затем рассказываем, что мы будем делать, и только потом делаем. Есть такой алгоритм действия: говорю, показываю, действую. Только так можно найти контакт с ребенком, по-другому никак. Ну и, конечно, родителям стоит следовать этим рекомендациям. Очень часто, когда молочные зубы начинают сменяться постоянными, с целью того, чтобы старый зуб удалить, делают какие-то, ну, жуткие совершенно процедуры. Там привязывают, например, нитку к зубу, к ручке дверей и пытаются его вырвать. Правильно ли это? Вы знаете, что это неправильно. У меня есть воспоминания из детства, когда мне точно так же привязали зуб. Я такого жуткого состояния больше не испытывала, наверное, в жизни никогда. И, может быть, родители просто забыли об этом, но это достаточно сильная психологическая травма для ребенка. Поэтому я бы посоветовала родителям сделать так. Обязательно привести ребенка к стоматологу, но перед этим обязательно купить какой-то маленький поощрительный приз для ребенка и сказать, что зубная фея забрала твой зубчик, но она обязательно тебе подарит взамен какую-то игрушку. И это будет правильно, потому что не всегда в стерильных условиях удаляются зубы. Иногда удаляются грязными руками, потом появляются какие-то проблемы воспалительного характера. А в кресле стоматолога все пройдет менее безболезненно, с обезболиванием, если это нужно, и менее травматично для психики ребенка. Хорошо. А как ухаживать за полостью рта в тот момент, когда меняются зубы с молочных на постоянные? Дело в том, что это очень актуальный вопрос. Когда появляются первые постоянные зубы у ребенка, нужно менять пасту обязательно. Уже того количества фтора, которое было в пасте для молочных зубов, для постоянных недостаточно. А они прорезаются точно так же, не до конца минерализованные. И первые полтора года жизни, скажем так, зуба происходит минерализация. И поэтому родители должны очень тщательно ухаживать за зубами ребенка. До 6 лет родители дочищают зубы обязательно, а уже после 6 лет просто контролируют. И поэтому старайтесь, как только появился ваш первый постоянный зуб, обязательно проконсультироваться с стоматологом о дополнительных средствах гигиены. Иногда бывает, что у ребенка постоянные зубы растут неровно, и тогда родители обращаются к стоматологу, а стоматолог предлагает удалить здоровый зуб. Правильно ли это? Вы знаете, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, но очень часто бывает у ребенка центральная группа зубов очень крупная, и они не помещаются на челюсти в силу каких-то ряда причин. И тогда действительно врачи-ортодонты предлагают удалить наименее ценный зуб в полости рта для того, чтобы создать место, выровнять правильно, поставить зубки и создать ребенку красивую улыбку. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, советоваться с врачами. Может быть, со временем, когда ребенок станет взрослый, он захочет себе как-то по-другому изменить форму зубов или же выстроить их в зубном ряду, тогда применяется какой-то другой метод лечения. Но иногда это бывает правильно. Елена, в вопросе, который был в самом начале программы, был задан такой вопрос. Не влияют ли на зубы модные элементы, там, например, стразы или какие-то другие декоративные украшения? Пользуясь тем, что у нас в гостях врач-стоматолог, я сразу переадресую этот вопрос вам. Ну, вы знаете, вот я, видимо, наверное, в силу своей профессии, для меня самым красивым считается здоровая, красивая улыбка, естественные зубы. Конечно, сейчас не запрещается людям клеить себе на зубы всевозможные украшения. Люди пробивают себе 150 дырок в ушах, еще где-то. Но вы должны понимать, что любая какая-то манипуляция в полости рта приводит к тому, что нарушается целостность зуба. И если уж вы себе повесили какой-то страз, то старайтесь ухаживать очень тщательно за зубами.
Это раз. И во-вторых, нужно тоже оценивать состояние полости рта. Есть ли у ребенка чувствительные зубы? Это даже можно сказать не у ребенка, а у подростка. На молочные зубы ничего вообще не нужно делать. Конечно, если хочется выделиться, вы можете себе что-то приклеить на зубы. Но все равно посоветуйтесь для начала со стоматологом. Вдруг у вас какие-то проблемы есть с зубами. У вас несовершенная эмаль. Есть какие-то дефекты эмали, начинающийся кариес. Тогда в любом случае вам этого делать нельзя. Если же у вас абсолютно здоровые зубы, тогда вы можете себе приклеить какой-то алмазик, скажем так. Но тогда вы за своими алмазами 32 другими должны ухаживать еще более тщательно. Наша встреча подходит к концу, и самое время вернуться к вопросам, которые прозвучали в начале программы от жителей нашего города. Тем более, что специалисты подготовили на них квалифицированные ответы. Скажите, пожалуйста, какую кашу нужно кушать по утрам? Ну, в смысле, если овсянка, ее можно каждый день кушать или нужно менять каши? То есть какую-нибудь перловую, там, гречневую кушать? Вот такой вопрос интересует. Действительно, самым оптимальным вариантом завтрака являются каши из цельных злаковых культур с добавлением орехов и сухофруктов. Самые полезные крупы – это гречневые и овсяные, поскольку они содержат витамины А, группы В, а также богаты минералами. Питание должно быть разнообразным, поэтому крупы желательно чередовать и периодически готовить каши из рисовой, кукурузной или, например, ящневой крупы. Вопрос следующего содержания. У отца суставы на ногах. Он отработал в геофизике долгое время. Ну, из-за того, что ходил, как бы, это болото, поля и все остальное, суставы сносились. На сегодняшний день, куда он не обращался, как бы, чему там не мазался, ну, как бы, ситуация никак не улучшается. А что посоветовали наши врачи? Это те пациенты, которые лет 30-40 назад жили и, ну, мучились. Они принимали анальгетики, принимали какие-то процедуры, физиотерапевтические средства, ездили на курорты, считая, что где-то грязи лечения в тех же сочах, саках помогут им. Так вот, в настоящее время и во всем мире принято говорить о том, что при болезни суставов, когда имеется так называемый артроз, это обыденным языком говоря стирание суставов, стирание хряща, требует лишь одного лечения. Эндопротезирование, замена сустава. А вот мобильный телефон, он вреден только, когда ты по нем разговариваешь, либо же вообще, когда ты его с собой носишь? Чем слабее сигнал базовой станции, тем выше излучение мобильного телефона. В момент набора мощность излучения мобильного телефона увеличивается в несколько раз. Поэтому в эти моменты постарайтесь свести разговоры к минимуму и не прижимайте телефон к уху. Не носите мобильные телефоны близко к телу, например, в карманах рубашек, брюк. Лучшая альтернатива – это сумки. И длительность разговора одного по мобильному телефону не должна превышать 2-3 минут. Елен, перед тем, как попрощаться, я бы хотел попросить вас, чтобы вы дали нашим зрителям и родителям ваших пациентов несколько общих рекомендаций. Ну, в первую очередь, я хотела бы пожелать, чтобы здоровые зубы у ваших детей были на протяжении всей жизни. Чтобы они навыки, которые приобрели в детстве, перенесли в свою взрослую жизнь, а также на свою семью. Ну и первое, что бы хотелось пожелать, обязательно посещайте стоматолога. Когда ребенок маленький, желательно 3-4 раза в год. Постарше ребенок становится 2-3 раза в год. Чистить зубы обязательно нужно правильно и тщательно всей семье. Дважды в день, утром после завтрака и на ночь перед сном. Ограничить поступление сладостей. Это не значит, что вообще не давать ребенку сладкие. Но нужно постараться давать это сладости в первой половине дня и обязательно приучить ребенка полоскать рот просто чистой водой после того, как он съел сладкое. Но и обязательно профилактические осмотры у стоматолога. Это должно быть как отче наш в каждой семье. Ну, я надеюсь, что после нашей программы дети будут ходить к стоматологу с улыбкой. Я надеюсь на это. Мы их ждем. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Сарелла, детский стоматолог, заведующий лечебно-профилактическим отделением филиала номер 2 Гомельской центральной городской стоматологической поликлиники. И говорили мы о проблемах детской стоматологии. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. Ну и до встречи в новой программе «Диалог о здоровье».